то всегда в отношениях у вас будут появляться такие ситуации, где не может быть компромиссов. И тогда кто-то из вас должен взять на себя право лидера. Те, кто говорят, что у них в отношениях равноправие, они просто либо играют в равноправие, за которым скрывается, как правило, женское главенство, лидерство и доминирование. А мужчина, обманывая себя, но это все сказки для маленьких девочек. Потому что равноправия нет и быть не может. За равноправием обычно скрывается женская власть и мужская слабость. Можно, конечно, прислушиваться, да, к партнеру, это понятно. Но когда будет такая ситуация, где ваши мнения будут противоположны, решение придется принимать только одному, а второму придется смириться и подчиниться перед более сильным партнером.